коллектив Ульяновского драмтеатра принял участие в 4-м международном театральном фестивале «У Троицы» в Сергиевом Посаде. Тематика фестиваля неразрывно связана с именем преподобного Сергия Радонежского, православного святого и основателя города. В афишу 4-го фестиваля вошли спектакли 20 театров страны. Мы закрывали фестиваль. 2 последних дня мы показывали моноспектакль Кларины Ивановны Шатько «Исцеление словом», который как раз посвящен жизни Сергия Радонежского. И второй день мы показывали свой замечательный, на мой взгляд, очень любимый мной и всеми зрителями спектакль «Царь Федор Иоаннович». Одной из главных премий фестиваля за лучшую мужскую роль по единогласному решению жюри получил исполнитель роли царя Федора, заслуженный артист России Владимир Кустарников. Мое мнение, что наш спектакль должен был получить другой приз за лучший спектакль. Ко мне подходили после спектакля очень и очень многие. И они говорили вплоть до таких вещей, что кто-то говорил, больше 15 лет. Ничего подобного они уже не видели. Народ соскучился по вот этому искусству. Кроме того, актеры спектакля увезли на родину дипломы участников и благодарственное письмо за высокий профессионализм, духовность, сохранение культурного наследия от регионального отделения партии «Единая Россия». Спектакль «Царь Федор Иоаннович» в начале 90-х годов прошлого столетия был одной из частей трилогии Алексея Толстого «Монархи» в постановке народного артиста России Юрия Копылова. В 2015 году «Царь Федор Иоаннович» был восстановлен и уже 2 сезона успешно идет на сцене как самостоятельное произведение. Режиссерами восстановленной версии стали Сергей Морозов и заслуженный артист России Владимир Кустарников. Творческая программа народной артистки России Кларины Ивановны Шатько обращалась к темам духовности, творчества, женского подвига на войне. Вот Георгий Победоносцев мне подарил просто, ныне теперь уже поклонник, Троицу подарил фестиваль. Фестиваль подарил этот диплом и вот этот звоночек. А еще фестиваль подарил мне совершенно несказанное чувство о том, что еще можно хотя бы некоторое время жить, творить и благодарить судьбу и мой родной драмовый театр. Спасибо. Вернувшись в Ульяновск, актеры драмтеатра сразу приступили к репетициям над 3 новыми спектаклями. В середине июля театр опустеет, у труппы начнутся каникулы. Но продлятся они недолго, уже в августе репетиции продолжатся. А 26 августа состоится открытие нового театрального сезона спектаклем «Наш городок». Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.